Платье в пол превращает женщину в леди. Лаконичный крой, красивые линии. Сшить его можно за 15 минут. Фасон платья будет очень простым. В основе кроя два полукруга. Из первого сделаем верхнюю часть платья, а из второго – юбку. И соединим их на талии поясом. Такой фасон подойдет для любой фигуры. Понадобится 3,5 метра ажурного полотна. Я предлагаю взять тонкий двусторонний трикотаж с очень модным рисунком в стиле 60-х годов. Эти полоски будут очень красиво смотреться в разных направлениях в готовом платье. Складываем ткань лицевой стороной внутрь. Снимаем всего 2 мерки – высоту полочки и обхват талии. Раскроить платье очень просто. Начнем с верхней его части. В углу рисуем половину мерки талии и проводим плавную линию. От этой линии отмечаем мерку полочки плюс 15 сантиметров. И рисуем первый полукруг. Теперь кроим юбку. Сначала рисуем талию, затем отмечаем длину юбки. Это примерно 100 сантиметров. И рисуем подол. Вырезаем второй полукруг. Чтобы трикотажное платье хорошо держало форму, а линия талии не смещалась, необходимо обе его части пришить к поясу из плотной хлопковой ткани. Вырезаем пояс длиной равной мерке талии плюс 5 сантиметров. Осталось соединить его с юбкой и с верхом платья. Сшиваем боковой шов, оставляя место для застежки длиной 30 сантиметров. Обрабатываем края на верлоке. Вшиваем застежку молнию. Плечи соединяем булавками. Обновку можно примерять. Это пестрое платье может жить само по себе, без аксессуаров. А вот красивая походка и осанка обязательны. Ольга Никишичева, Илья Редкозубов, Первый канал.